ехал на картинг, который посоветовал чувак из Хошимина, с которым мы там гоняли, и вот которому я, собственно, 1000-ную проиграл. Вот такой трек. Содиковские машины. Там вон СВСовские флаги. Они здесь проводят это все. И пошел дождь. А мне ждать еще моей сессии, ну, минут 20. Так что даже не знаю, как там сейчас поедется. Конечно, у них организация достаточно странная, в плане, что слишком много времени простаивает все, после каждого заезда они прям там как-то очень сильно смотрят состояние картов. Передо мной там каких-то чуваков, как это, австралийских арабов, их немножечко оштрафовали, потому что они погнули, короче, передний обтекатель. Ну, крепление вот это лыжи передней. Вот. Ну, короче, в целом какое-то непонятное ощущение. Сказать, что прям супер картинг, не скажешь. Но он нормальный. Он, в принципе, как... Я сейчас видео самого заезда там нету, потому что у них нету вот креплений. Ни для Соньки, ни для GoPro. Есть какая-то там только липучка для каких-то их дел. Вот. Трек такой. Как бы он с кочками. И сколько там? 29.7 я проехал. Вот. Вроде как это время такое более-менее. Хотя я не знаю, сейчас надо посмотреть рекорды. Ну и плюс тут видно, что тут дождь пошел. Я когда ехал, был маленький дождь, поэтому такие дела, вот. А сейчас идем в торговый центр, который здесь поблизости. Тут, наверное, где-нибудь есть еда.